В Сургуте состоялась традиционная встреча выпускников Красной школы, посвященная 425-летию города. Образовательное учреждение до середины прошлого века располагалось в доме купца Клепикова. Свое название здание получило из-за фасада и крыши, которые были выкрашены в красно-коричневый цвет. За 30 лет существования школы из ее стен вышли сотни выпускников, прославивших город и округ по всей России. Среди них инженеры, ученые, поэты, врачи, художники, журналисты и учителя. Для них в этот день организовали уникальную историческую экскурсию. Сургутский краеведческий музей на протяжении десятилетий проводит такие встречи. Встречи эти проходят тематически, а проводятся они для выпускников Красной школы, которые обучались когда-либо здесь. Красная школа существовала в этом здании с конца 20-х годов по 58-й год. 600 человек было выпущено из стен Красной школы.